Телерадиокомпания «Волгоград ТРВ» продолжает совместную акцию с Русфондом. Сегодня в нашей помощи нуждается 3-месячный Вадик Масюк. У ребенка тяжелый порок сердца, и ему крайне необходим ряд дорогостоящих операций. Помочь спасти маленькую жизнь могут телезрители нашего канала. Для этого нужно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость сообщения всего 75 рублей. Вот уже несколько месяцев волгоградцы мама Юлия с маленьким Владиком живут вдали от дома. Еще во время беременности медики предупредили женщину – у ребенка возможен порок сердца. После обследования в Вологде и Москве врачи единогласно подтвердили страшный диагноз – синдром гипоплазии, так называемое недоразвитие левых отделов сердца. Это в перинатальном центре посмотрели, в кардиоцентре посмотрели и написали, что необходимо родоразрешение в центрах федерального значения. Хирургическое вмешательство необходимо было сразу после появления на свет. В первые сутки новорожденного Вадима прооперировали специалисты детской городской больницы номер 1 Санкт-Петербурга. Ребенок родился с очень сложным пороком сердца, который называется синдром гипоплазии или недоразвитие левых отделов сердца. То есть левое сердце не сформировалось как таковое. Да? И аорта, основной сосуд нашего организма, он тоже не развился. Здесь атрезия клапана аорты с недоразвитием всей восходящей части аорты. То есть вся жизнь осуществляется через единственный правый желудочек. Первый шаг уже сделан. Врачи провели необходимую операцию и исследовали полости сердца с помощью катетера. Следующим этапом должна стать операция Гленна. Медикам предстоит разделить венозную и артериальную кровь и увеличить кровоток малого круга кровообращения. Для того, чтобы хирурги смогли помочь, самому малышу пока нужно окрепнуть и набрать вес, а его родителям найти необходимые средства. Стоимость операции – 332 095 рублей. В семье таких денег нет. И поскольку ребенок прописан в Волгограде, квоту на лечение в детской городской больнице Петербурга получить тоже нельзя. Поэтому родители маленького Вадима обратились за помощью в Русфонд. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 199 095 рублей. Группа строительных компаний «ВИС» внесет 50 тысяч. Не хватает 83 тысяч рублей. Помочь Владику просто. Нужно отправить на короткий номер 5542. 42 смс-сообщения со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они указаны на сайте Русфонда. Сейчас нам нужно сделать вторую операцию, чтобы нас могли отпустить домой, потому что домой же очень хочется, а без нее нас не отпускают. Очень опасно. За свою маленькую жизнь Владик еще ни разу не был дома. Эта операция позволит покинуть больничные палаты и даст ему возможность почувствовать долгожданное тепло и уют. Врачи смогут подготовить его сердце и сосуды к третьей, заключительной части гемодинамической коррекции порока операции «Фонтена». Тогда специалисты установят протез, имитирующий сосуд, и с помощью него напрямую соединят нижнюю полую вену с легочной артерией. Это спасет малыша. Внести свой вклад и помочь маленькому Владику может каждый. Достаточно просто отправить смс-сообщение на номер 5542 со словом «Дети». Татьяна Трояновская, «Вести Волгоград» при содействии ГТРК «Санкт-Петербург».